Девчонки, вот только честно, между нами никому не скажу, что больше хотите, торт или замуж? Замуж! Молодцы, молодцы. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Эльвира, Ольга и еще одна Ольга. А жених у нас Александр. Сколько сюрпризов сегодня вас ждет. Дайте руку. Вы себе представить не можете. Пойдемте. Александр, 28 лет. Потерял всякий интерес к своей возлюбленной сразу после того, как она потеряла лишние килограммы. Александр – консультант в салоне сотовой связи. Любит читать книги по психологии и детективы. Обожает кошек. Гордится тем, что часто получает премии за хорошую работу. Признается, что он не пунктуален. Александр не обратит внимания на девушку классической модельной внешности. Его избранница должна обладать аппетитными формами, чувством стиля и огненным характером. Аж страшно. Сашечка, а насколько аппетитными формами должна ваша избранница обладать? Ну, девушка должна быть довольно пышных форм. Я думаю, от килограмм так 95 где-то. И до бесконечности. И давно это у вас? Пожалуй, да. Ну, такая прическа а-ля Бекхэм в свое время. По-моему, очень такое, ой, да. Ну, тогда мне до Виктории надо дотянуть как-то. Ну, вы, я смотрю, себя держите. Вы в прекрасной форме. Спасибо. Ну хорошо, а 90 и так дальше, но она не должна же быть как квашня. Конечно, она должна быть, следить за собой и иметь красивую фигуру, выраженную, женственную. Ну когда за 90, не это знаю, как может это? Быть есть, ну до определенного возраста, до рождения детей, наверное, да, а потом эти жировые волны на спине, ничего? Ну я как-то об этом не думаю. Ну мне нравится, когда у парней длинные волосы на самом деле. И легкая, уже не легкая небритость. А были уже в вашей жизни истории? Расскажите. Были, с удовольствием расскажу. Ну, я очень давно встречался с девушкой. Мне было лет 19, ей на тот момент было 17 лет. Первый мой половой опыт. Вот. И у нее это я был первый мужчина. И был такой случай, однажды ее мама мне говорит: «Саша, а не желаешь ли нам помочь там на даче?» Вот. Я говорю: «А с чего вы взяли, что я буду вам помогать? Или вы считаете, что раз вот мы с вашей дочкой, то я тут бесплатная рабочая сила?» Вот. Какой дерзкий. Ну, мне показалось, что это с роду проституции что-то типа того. То есть расплата. Да. То есть попользовался тельцем нехилым, и нужно это трудоднями отрабатывать. Ну, да? Не, Санек, так как неправильно. Чисто по-человечески. Не, ну я был молод еще. Глуп. И борс. Он похож на Чиполлино. Нормально, зато с прической, модный мальчик. Показал, что он в теме. Буду его вишенкой. Скажите, пожалуйста, так это она решила сесть на диету, вот эта ваша пышнюшка первая? Она была довольно худой девушкой. С размером груди, наверное, не больше, чем у меня. А вот когда с моделькой ты замутил, к ней ревновала вот, 17-летняя, или это уже была другая? Это уже другая история, я буду рад ее также рассказать. Это уже из армии Жердяйкиных, да, начались вот эти? В общем, после отношения с этой худой девушкой, я решил, что отношения мне вовсе не нужны. И решил набраться опыта, стать более уверенным и просто гулять, отдыхать. И в разнос, короче, пустился. Можно и так сказать. А кто не отказывает? Толстушки, потому что не модные. Поэтому любой практически, кто скажет «ком цумербитте», она уже прыгает на вас. «Качайся, я качаюсь на волнах». Да? Я общаюсь с пышными девушками, общаюсь с худыми девушками. Не могу сказать, что... Так уж прям принципиально. Что толстушки как-то более доступны. Я бы даже сказал, бы скорее наоборот. Потому что их не так много. Угу. В отличие от худых девушек. Ладно, гнать-то, это вы специально в глаза мне смотрите и лжете. Не так много. Не, ну, пышных девушек у нас меньше. Да? А уверенных пышных девушек еще меньше. И у них большая армия поклонников обычно. Ты согласна постоянно себя держать в этой форме? Да? Может быть, даже поправиться? Ну, поправиться, наверное, нет. Держать вот в этой форме
Еще согласна. Ну так давайте уже тяну вас прямо за одно место, два часа. Рассказывайте. Я познакомился с Мариной. Вот, и мы стали сначала просто дружеское такое общение, совместные прогулки. Ну, потом это все переросло в какие-то уже ухаживания. Саня, я же не мама, мне надо прям сразу рассказывать уже по существу. Это вы маме ее будете втирать, сколько вы там гуляли по парку. А что вам нужно рассказать? Вот то самое, когда начался роман. Значит, у нас проходил концерт в городе, и одна известная плюс-сайз-модель мне в социальной сети отправила приглашение, что не желаешь ли ты пойти на концерт этого исполнителя известного. Потому что она знала, что вы по сладенькому, да? Ну, вы списывались, наверное, с ними. Ну, мы общались с ней. И я давно мечтал с ней познакомиться, когда она еще выиграла один конкурс красоты среди пышных девушек. И я подумал, вот бы мне тоже с ней познакомиться, пообщаться. И тут такая возможность, что она мне сама пригласила. Несмотря на то, что рядом возлюбленная, которая в это же время лежала вся в крошках, в кровати и хомячила пирожки. А вы с этой с моделькой списываетесь? Так... А что плохого, что меня просто пригласили на концерт, и я сказала, можно ли я пойду с девушкой? Правда? Зачем? Зачем травить-то близких людей? Зачем вы рассказали? Лариса, а вас приглашают на какие-нибудь мероприятия? Я плохо себя веду, в этом есть плохое, поэтому стараюсь мужа обманывать. И... Говорю, что пошла по магазинам детям колготки скупать, а сама... Пока что-то непонятно, да, какие у него еще критерии отбора девушек, пока только по внешним данным, по габаритам. Так с моделькой-то замутили, я так и не могу понять. Я и не стремился с ней замутить, мне было просто интересно с ней пообщаться. И я пригласил девушку свою, сказал, давай я тебя встречу. Слушай, интересно, может, пообщаться с Валентином Гафтом. А когда вы идете к модельке вашего любимого цвета и размера, про пообщаться будете рассказывать своей девушке, хорошо? Не мне. Ну, нравилась эта модель. Внешне. До внутреннего не дошло. Недавно я с ней пообщался, удалось мне пообщаться вживую, я понял, что мы совершенно разные люди. Ну ведь пообщался же. Да, так получилось. А если бы сошлось все? То короче, сошлось развелся со своей был девушкой? Период, я ее пригласил на концерт, она сказала, хорошо, пойдем. Я говорю, вот у этой модели есть билеты, пойдем, встреть меня с работы. Я стою у станции метро, жду ее с работы, звоню, ну ты где? Я все, домой поехала, есть к своей модели вот этой. А ты ревнивая вообще женщина? Ну, я, наверное, собственница, но... Так что будешь каждый день звонить где-то через 5 минут. Так, ты что поел? Так, ты с кем? Нет, ты что говорил? Нет. Если у вас какая-то красная линия, вот если она вдруг будет худеть, сейчас мы все худеют. Ну, вообще нежелательно, чтобы она так сильно худела. Ну, допустим, рост 1,65 м. Красная линия. Мне кажется, все индивидуально. Ведь бывает, кто-то больше весит, кто-то меньше. Вот роза пышная или сухонькая? Ближе к среднему телосложению. Мне больше нравятся такие женщины, как Лариса. Все, я больше не работаю. Я сейчас, во-первых, подойду, дам тебе по башке. Я худая. Повторяй. Повторяй. Я худая. Да никакая вы не худая. Я худая, говори. Вы прекрасная, красивая женщина с красивыми формами. Извращенец. Вы прекрасны. Ну, не знаю уже я, что мне делать. Слово «худая» как ругательство какое-то звучит. Хорошо, а давайте вот на вашу квартирку посмотрим. Может, мне станет полегче. Ты тоже, между прочим, средняя, а не худая. У приготовленной еды должен всегда быть очень хороший аромат. Давайте посмотрим. Я считаю, что этот суп удался, но по-настоящему его смогут оценить мои гости. И я очень сожалею, что у меня сейчас нет в гостях какой-нибудь прекрасной пышной брюнетки, которая бы со мной смогла бы... попробовать этот замечательный суп и по достоинству его оценить. Брюнетку, значит, он в гости ждет. Да, и любит готовить, с едой встречает. Какая прелесть. У вас еще очень много общих интересов. Сашечка, будем вам искать толстенькую. Это легче, чем стройную. Ну, почему легче? Потому что у нас всех в стране картофельно-макаронное детство, и все заложены уже вот такими пышками. Если бы было легко, я бы сегодня не оказался бы у вас, что приходится уже искать.
и все способы использовать. Ой, ну, наши редакторы постарались. В старину-то говорили, и я тоже вот говорю, брату и сестра нужна богатая, а мужу здоровая. А здоровая всегда ассоциация. Ну, у нас, у простых людей, россиян, всегда была форма, то есть кровь с молоком. Совершенно с вами согласен. Вот, я хочу кровь с молоком, в принципе, почему бы нет? Потому что рожать легче, кость широкая, грудью кормят сколько нужно, года по 3-4, как говорится, чтобы прямо и у дитя была эта кровь с молоком. Так что ничего такого особого не вижу, такая всегда найдется. А Роза очень похудела. Роза шикарно выглядит. Но Лариса тоже. Да, действительно, ему нравятся девушки не то, что жирные, а такие пышногрудые. Да, но при этом гладенькие. Да, пышнотелые, кровь с молоком. Обязательно, чтобы там и попочки, и талия была. Не то, что там... кружку ставить можно. Да, да, да. А вот обязательно и талия, и вот попочка, и грудка. То есть вот сексуальный образ вообще... Нет, попочка и грудка – это у нас. Попочка – это эмочка, понимаешь? А ему нужно 3XL-очки. Я могу сказать, что, конечно, Александр искушенный и сластолюбив. Он очень любит сексуальные утехи. Вот для него это очень важно в женщине. При этом женщина, конечно, должна любить и уметь готовить, потому что поесть вы даже не любите сами поесть, сколько вы любите смотреть, как девушка ест. Тебе придется его постоянно чем-то удивлять, если раз он любит полных, что-то кормить. Ты же целый день будешь на кухне проводить. А что делать? Что делать? Любовь требует жертв. Луна в Деве предполагает, что вам все-таки нужна хорошая хозяйка. Вы достаточно педантичный человек, и, может быть, вы сами не устроены в быту, но женщина все-таки должна убираться, должна складывать одежду аккуратненько. То есть, чтобы утром просыпаться в крошках в кровати и кругом фантики и бумажки, речи быть не может? Нет, он достаточно аккуратен. То есть, вафли в постели есть нельзя? Нет, все должно быть достаточно эстетично. Да, а я вот его понимаю. Понимаешь, вот я сейчас представила, что более эротично, женщина, которая грызет морковку или женщина, которая ест пирожок? Такая кустодиевская барышня. Понятно, что-то мы очень долго-долго уже просто сами сошли с ума. Слушай, ну у нас красивые девушки в стране живут. Очень много красивых девушек с формами. Да, сколько я вижу девочек, полно красоток. Знакомьтесь с невестой. Привет. Привет. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Как тебя зовут? Меня зовут Эльвирочка. А это тебе. Это башкирский мед. Спасибо. Очень вкусный, проходите и полезный. Пойдем пробовать, продолжим наше знакомство. Эльвира, 29 лет. Специалист по связям с общественностью в крупной компании. Недавно открыла свою школу восточных танцев. Любит кошек и коллекционирует духи. Гордится тем, что занимается благотворительностью. Предупреждает, что боится крови. Бывший муж постоянно упрекал Эльвиру в том, что ее формы далеки от модельных параметров. Надеется, что Александр оценит ее красоту в полной мере. Очень приятно вас видеть. Здравствуйте. Да, здрасте. Землячка пришла. Могу я вас тоже угостить башкирским медом, только аккуратно там вниз. Спасибо, я обожаю башкирский мед. А худеть хотим или мед есть? И меня очень наши башкирские женщины просили вам передать плед из натуральной шерсти с красивым орнаментом. Спасибо. Спасибо вам огромное. Видишь, она домашняя сразу. Не, ну почему? Это просто она как бы какие-то чтит традиции, да, но это не значит, что она домашняя. А вы были замужем? Да, была. Вы были до замужества в таком же весе, как сейчас? Я всегда была девушкой в теле и никогда не комплексовалась, цвела и пахла. Занималась и музыкой, и творчеством различным, различными творчествами, танцами, стихи писала. То есть писала. Не выходили замуж там 40 килограммов, нет, а потом не набрали 30? Я даже на данный момент я еще даже чуть-чуть похудела, я была еще крупнее. Скажите, а почему вдруг через какое-то время муж стал цепляться к вам? До брака у нас все было хорошо, но именно после того, как мы поженились и начался процесс притирки, были моменты как бы недомолвок и проблем, и
Он срывал свою злость на мне и в первую очередь указывал на фигуру. Но вы бы ему сказали, купи мне, не знаю, там, фитнес-карту. Я ему говорила, если я тебе не нравлюсь, ну, помоги, давай вместе будем ходить в фитнес-клуб. Как это обидно, наверное, было вам, мне да? было очень больно и обидно. И именно после замечания мужа, после 25 лет, я первый раз поняла, что начала комплексоваться. И я начала реально заедать эту боль и обиду. Я сама потом на самом деле располнела. Он сам продолжал ходить в фитнес-клуб, качаться, а мне говорил... Русский? Да. Вот это а, русский парень. А мне говорил, что занимайся дома. Родители ведь против были? Изначально брака. У меня... Ну, потому что не да. свой. Да. Ну, жалко, конечно. Это так неприятно, слышишь, по поводу того, что ты там толстая, давай, там, не знаю, сбрасывай вес. Я уже не могла терпеть, потому что я работала на нескольких работах. Он не работал, он играл в компьютерные игры. Ночами мне не давал спать, потому что хлопал дверьми, он спал днем. И отношения... Отец всех... знал, братья? Нет, отец... мне было стыдно об этом говорить, потому что я выходила замуж по любви. Родители предупреждали, но я очень любила этого человека. И в один прекрасный день... Когда, точнее, даже в день Святого Валентина я серьезно заболела на нервной почве. Он не поздравил, также он не хотел детей, он говорил, что мы твердо на ногах не стоим. А зачем тогда он на вас женился? Вот да, брак он совершенно был другой. А тогда что повлияло? Я была очень эмоциональная, я терпела много. Мы не могли найти вместе диалога, и я считаю, что люди в своих расставаниях виноваты оба, значит, что-то недоработали. Кто первый предложил, и как родители? Я предложила сама, точнее, я с ним поругалась и сказала: «Станислав, я больше с тобой так жить не могу». И я попала в больницу. И сказала, что я тебя больше видеть не могу, я сама родителям все объясню. Mm-hmm. То есть я взяла эту ответственность на себя. Он еще упрекал меня, говорит, тогда сама скажи своим родителям, что мы расходимся. То есть прямо как мужчина это он сказать не мог. Я попала в больницу, но так как я предупредила, что я ему... Да. Я поняла, что я переборщила и написала ему смс-ку о том, что прости меня, дорогой, наверное, я переборщила. И я очень хотела сладкое, я очень хотела шоколадку. Я ему написала смс-ку прости меня, у него еще был день рождения, я его поздравила, попросила шоколадку. Но я лежала в больнице месяц, он ни разу меня не навестил. Так а потому что не надо сразу замуж-то выходить, что понимаешь, что потом, извините меня, что в результате случилось? Ну, они же не вот сразу, наверное, они же какое-то время общались, видели, встречались. Ну, по всей видимости, это время было очень коротким. Вам нравится Александр? Он очень милый. Мне его улыбка Александр, а для вас Эльвира не худышка? Конечно, нет. Она прекрасная, красивая девушка. Спасибо. А вы, Эльвирочка, мусульманка? Я... Да. А вы на вторые еще раз грабли не боитесь наступить? А у вас на разведенках женятся мусульмане? Нет. Ну так если бы пришла она за татарина бороться, ты бы сказала, а чей ты в 29 лет уже была замужем, иди к русскому, это им все равно. Ты не угодишь, Рос, нет, честно. Приходит, это, ее история должна быть показательной для всех. То есть она должна сейчас отстричь себе волосы и выйти. Нет, луну, она да? могла бы найти мусульманина постарше. Вы знаете... Не прийти, извините, к мальчику совсем. К старому, вонючему. Почему вонючему? У нас что, в Башкирии женихов нет, что ли? Так ты же говоришь, они не женятся на разведенках. Ну, найдутся, почему? Несколько детей будет, возьмет. Роза, мы их что, должны все вычеркнуть? Да. Сколько детей родятся, сколько мулатов, красивых, сколько живут вместе. А то, что она себе еще сломает жизнь и может вообще не родить, это как нормально? Только потому, что он рус. Потому что Башкирии в Казани одна и та же политика. Как? Роза, вот мы же не имеем права так обобщать и говорить. У нас сколько нас смотрит пар, где смешанные пары, там чернокожие, конечно, белые. Тем более Россия многонациональная страна. Татарская девушка на татаре не должна. Передается это по генам. Башкирская девушка на А как танцы, песни, язык? На каком языке вы дома говорить будете? Вы вообще знаете башкирский язык? Я говорю совершенно владею. Детей чему будете учить? А я считаю, что дети со смешанных браков, они талантливые. И я буду сохранять, даже если за... Вы живите как хотите, господи! Я буду учить вашу маму! Покажите сюрприз. Столько эмоций и страсти. Слушай, ну мне удивительно непонятно, почему у мусульман, видишь, как Роза говорит, что на разведенках они не женятся второй раз. Смотри, странно. Какие.
Песня про первую любовь на башкирском языке. Написал его мой друг Айрат. Посвящаю вам. Спасибо, вы можете с друзьями пройти в свою комнату. Молодец. А понравилось? Очень понравилось. Очень сильно большое впечатление произвело на меня ее выступление. Ну, ты достойно очень держалась, да. Достойно выглядела. Молодец. Спасибо. Очень достойно отвечала на вопросы. И спела хорошо. Что звезды? Эльвира, Солнце, Марс в знаке Льва. Это говорит о том, что она будет всегда идти за любовью, а не за расчетом. Второй момент. Луна в Козероге в соединении с Нептуном. Это говорит о том, что действительно могут быть эмоциональные срывы. Она может быть плакать, она может входить в какие-то истерики именно. Ну, нервные срывы могут быть, это действительно так. Но девушка, она активная, позитивная. Поэтому я бы эту девушку рассматривала, безусловно. Так, вы точно говорили, какая молодец, хорошо так сказала. У вас три бонуса, минута наедине, скелет в шкафу и семейная традиция, что выбираете? Семейная традиция. Хорошо. Эльвира, что за семейная традиция, рассказывайте. Эльвирочка, вот сюда, к жениху поближе. Безангаляля. Кейвга Бирелер, Калумга, квартира на Булякитхалер. Что в переводе я сказала, что в нашей семье за девушку, за Калым предлагают жилплощадь, квартиру. А квартиру где? Вы знаете, неважно, лишь бы был теплый угол для, минуточку, для семьи, минуточку. Для брака. Он не понял, он думал, что ваш отец ему подарит квартиру. Нет. Я так и подумал. Ну, Эльвирочка, это вы погорячились, а за девушку понимаете? Из-за разведенного одинаково? Нет, ну, конечно, нет. Никто Калым давать не будет. Это еще надо жениху приплатить, чтобы взял. Понимаешь? Какая роза. Вот, казалось бы, почти родственница, да? Угу. Я справедливая. Спасибо, проходите. Вот тебе и традиция. Меня эта традиция прям очень удивила. Я вот думаю, что мне моей маме предложить, мама, давай традицию новую ведем в нашу семью. Как вариант. Встречайте невесту. Привет. Саша, привет. Меня зовут Ольга. Давай попробуем познакомиться. Давай попробуем. Я надеюсь, что наше знакомство станет судьбоносным. Это тебе. Спасибо. Ольга, 26 лет. Окончила факультет менеджмента, работает фотомоделью, учится на курсах кройки и шитья, любит петь и путешествовать. Мечтает добиться известности в сфере моды, создать свою линию одежды и сняться в кино. Гордится тем, что смогла похудеть на 30 килограммов. Признается, что страшна в гневе. Бывший возлюбленный Ольги выбрал слишком изощренный метод, чтобы удержать ее в отношениях, и не оставил ей шанса усомниться в правильности принятого решения. Олечка, да, это предел?
На этом остановились или будете худеть дальше? А, вы знаете... Честно. Честно? Еще 10 килограмм я бы убрала. Вы понимаете, что вы красавица? Спасибо большое. Нет, ну вы понимаете, что вы объективно, вы красавица. Спасибо. А у вас потрясающие пропорции. А давай посмотрим, как она была до нас фотографии. Да, есть некоторые фотографии, но они не совсем описывают то. Я даже тут не хотела фотографироваться на самом деле. Это все была большая масса. Но вы понимаете, это что даже вот такой толстушкой вы красавица, потому что у вас пропорции. Да, это на свадьбе моей подруги близкой, да. У вас длинные ноги, у вас высокая голень. Ну, как-то пока еще непонятно, да, как жених отреагировал. Я видела... Но она ему понравилась, наверное, тоже первый раз. Да. На самом деле, быть полной – это не порог, и это не страшно. И то, как вы видите, я была более крупной. Я была за больше, чем 100 килограмм. Скажите, но вы же с детства, да, были такой всю жизнь, девочкой? Всю жизнь я была пухляшкой. Такой. Да, сладким ребенком, приятным, красивым, жизнерадостным. Не дразнили в школе, не издевались. Было, а не было тоски, когда девчонок... худышек приглашали на свидание. Вот а вас... именно этот момент, он меня и как-то... Подстегнул. Не могу сказать, что он подстегнул, он меня омрачал. Я сначала не могла справиться, понимаете? Я не могла понять, в чем же дело. Я как-то и питаюсь, как все, как мои подруги, все прекрасно, но я вот полная, а они худые. Вот на меня тоже смотрят. А сейчас можете объяснить, почему мама полная? У меня все-таки в теле достаточно родители, получается, мама более крупная девушка у меня, но она никогда не была такой, как я. Я просто любила покушать, на самом деле сама себя раскормила, и в том числе и нянечки в детском саду любили, ой, Олечка, борщик съела, давайте еще, будешь, буду. В принципе, девушки в теле, я смотрю, все-таки открытые, позитивные. Я не знаю, почему так это клише по поводу забитостей комплексов говорят. А потому что дело не в лишнем весе, дело в уверенности в себе. Какими изощренными методами можно удержать девушку? Поделитесь, пожалуйста. Вы же сказали, что пытался удержать вас. Да, бывают разные методы, я вам так могу сказать. У меня были отношения не так давно. Молодой человек, он москвич, я девушка приезжая. А вы откуда? Из Белоруссии, из города Гомеля. В Москве я живу не так давно, относительно 3,5 года. Вот, и очень рада этому. И, следовательно, казалось бы, москвич, бери, выходи замуж, квартира, все есть. Он за мной ухаживал очень долго. Он не был мне симпатичен как мужчина, мне было с ним приятно общаться. У нас с ним получились отношения, спустя где-то, наверное, 4 месяца наших его ухаживаний за мной. Но в итоге я поняла, что как пара быть я с ним не могу, потому что мы ни одного ритма люди. Я очень активный человек, мне нужно все и вся. И вы попытались от него уйти? Да, попыталась от него уйти, я ему объясняла, что все-таки по-нормальному. И он тогда что сказал? Ой, это было тяжело. Он звонил, писал, угрожал. Сказал, что заразил вас гепатитом? Да, он сказал, что он болен. И сказал, что ты меня прости, я так тебя люблю, я тебе не говорил, я не понимала, в чем дело. Это было жутко, это было непонятно мне. Я бросила трубку, я не поняла, в чем дело, и я, естественно, проверилась полностью от и до, и, естественно, ничего не было и быть не могло. То есть вы поняли, что это просто таким образом это болезнь. Он хотел его вас... была болезнь ко мне, он просто не мог без меня, как расстались? Он объяснял. Да, расстались. Я в итоге везде как бы заблокировала этого человека, потому что это было невыносимо. Вот до этого девушка, не знаю, меня глаза пугают. Они настолько большие, выпученные почему-то. А вот с девушкой все это приятно. И пообщаться, и посмотреть на нее. Живая она такая. Она живая, да. Вы красавица, у вас такой прекрасный славянский тип. Вы тоже такой славянин. И, видать, вы человек не злой. Немножко растерянный. Может быть, злой. Куда приведет? Не думаю. Злые нам не нужны. А не вот нужны? Скажите, пожалуйста, где жить-то будете? Вы в Москве уже 3,5. Вы в Москву поедете? Ну, вообще я люблю свой город, Санкт-Петербург. Я ни разу не была в Санкт-Петербурге. Потрясающе. Я очень хочу. А вы чем занимаетесь? Ольга, я тебя приглашаю в Санкт-Петербург. Спасибо большое. Модель? Да. Ну, в Санкт-Петербург поедете? Я бы съездила посмотреть этот город. Столет, у меня давно мечта. К мужу поедете? Если к мужу, если у нас что-то получится. А я хочу посмотреть на сюрприз. Прям сейчас? Прям сейчас. Оля должна его поразить. Оль, он же сказал, ему нравятся такие роковые женщины. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Розы и Лиди дадут вам совет в любое время. А пока реклама.
Я хочу исполнить песню, которая идет со мной по жизни. Можно сказать, это гимн моей любви и мечта, чтобы так скорее и сбылось, как поется в этой песне. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорит. Голос сильный, красивый. И песня да, красивая. И песня красивая, голос. Любовь настала так, как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. Как много лет во мне любовь спала, мне это слово ни о чем не говорила. Любовь таилась в глубине, она ждала, и вот проснулась и глаза свои открыла. Спасибо. Спасибо. Я вам хочу сказать, что вам повезло с подружкой. Забирайте цветочек из комнаты. Розочка. Прошу вас. Да. Что скажете? Очень интересная девушка. А у нас же есть еще, можно выбрать опцию? Это что, прям готов на свидание сразу бежать? А, почему? Что обсуждать-то? Хочу с ней еще пообщаться. Можно ли воспользоваться опцией специально? Ладно, так и бегите, господи боже мой. Ну, конечно, девчонки, проблема веса, она сегодня прямо во главе угла. Но когда вот Ольга красавица такая, просто вот реальная красавица, тонкие запястья, тонкая щиколотка, очень красивое лицо, красивый овал лица, очень красивое строение головы. И жених как прямо бегом-бегом? Да жених что-то меня разочаровывает, пока его нет, вот и без свидетелей, хочу сказать, прямо разочаровывает. Как-то понравился с самого начала, такой восторженный, но опция, а сказать нечего. А что, лучше это, как говорится, пощупать надо. Ну, я так поняла, что ты любишь писать модели, да, это твоя... Несомненно. Это следишь за их жизнью, я так понимаю. Да, да. Да? Конечно. И со многими лично знаком? Да, со многими. А меня до этого видел на фотографии? Нет, не видел. Странно. Не знаю почему, но вот не видел. Это мое недочет мне, минус, косяк мой. Ну, ничего. Ну, теперь мы познакомились. Да. Жених, кстати, достаточно ленив. Работать он не станет, но при этом он, ну не то что корыстный. На волнах любит покачаться, да, больше, да? Да, на жировых в основном. А работать этот ручку отведем. Нет, нет, да. Тише, девочки, зашел. Ну что, счастье мое? Интересно, здорово. Красавица, правда? Поразила меня. Но у нас еще есть одна невеста. Прям бегом, бегом на сцену. Привет, меня зовут Ольга, я очень рада нашей встрече. Рад встрече. Это тебе. Спасибо. Ольга, 26 лет, образование не окончено, юридическое, работает администратором в медицинском центре, любит театр, цирк и пение. Признается, что любит вкусно поесть и упорно борется с лишним весом. Предупреждает, что никогда не сменит свою фамилию в память об отце. У Ольги никогда не было отношений с противоположным полом. Надеется, что Александр окажется достойным кандидатом на ее руку и сердце. С ума сойти, вот никогда в жизни бы не поверила. Честно голубоглазая, говоря, яркая. Спасибо. Спасибо большое. Ну уж тогда извините, если не вы, тогда кто? Я даже не знаю, о чем говорить. Сама, наверное, не понимаю, от чего. Я, в принципе, человек такой очень общительный, открытый. И харизма есть, харизматичная. Всегда
участвую в каких-то конкурсах. То Может быть, я вы такой слишком разборчивы? Может быть. Ну, по ее внешнему виду не скажешь, что она девственница, девочки. Я прошу прощения. Ну, уж очень откровенный у нее наряд. Ну, вы же взрослый человек, вы же живете в 2015 году. Вы же понимаете, что замуж могут предложить только после того, как вас хорошо узнают. А если вы в возрасте 26 лет, и у вас не было никогда никаких отношений, мужчины, они верят, боятся, думают, может быть, у вас там как у куклы, знаете, как коленка. Ничего и нет, чем рожать. Поэтому... Страшно же. Я почему и хочу вас просить помощи, потому что это действительно страшно. Да это я вам, пожалуйста, хоть сегодня. Делать с этим? Ну, мужчина, наверное, спрашивает вас там, ну, давай проверим на сексуальной совместимости. Спрашивает? Нет, так, таких мужчин, к счастью, наверное, не было, которые такие ужасные вопросы задают. Как они, а что за мужчины тогда встречались? Там? Сколько же вы с ними? Оля, всего на 3 года старше твоей Ксении. Всего. И что? После 26 целомудренность уже в мозг кидает. А если Ксения твоя не выйдет замуж 3 года, что ты будешь делать? Почему она не выйдет-то? Нет, ну вдруг, ну не захочет, не полюбит никого. Полюбит? Вот не полюбит. Полюбит? Куда она это? У нас очередь стоит на выборы, а ты говоришь, не полюбит. Она видит, что волнуется, это понятно. И у нее тоже контакта с Александром я не вижу. Оль, скажите мне, пожалуйста, дорогая, а что там за история с папой? Почему вы не хотите менять фамилию в честь памяти отца? Я папина дочка всегда была, я папой очень горжусь, я его до сих пор люблю безумно. Сколько лет вам было, когда он умер? Это было 3 года назад. Он был счастлив своей мамой, с вашей мамой в браке? Очень счастлив. Маму любил, всегда он любил. А мама его? Мама тоже любила. Но они ведь развелись? Неофициально, они были, просто порознь жили. Папа умер от чего? Инфаркт. Причем так получилось, я очень серьезную болезнь получила на тот момент, потому что папа, к сожалению, скончался на моих руках. А почему мама, зная, что вы такая девочка нервная, такая чувствительная, почему она вас не оградила от этого? Мама на вас все как бы переложила? Ну, по большей части. Ну, у мамы, мама тоже. Я нет, просто не хочу нет, ни в коем не случае... Нет, не мама тоже, никого. А я тоже не судья. Я просто хочу разобраться, потому что вас сломала ваша семья. Послушайте, никого я не обвиняю. Это не мама тоже, это вы должны тоже немножко были помогать. Вы не должны были на себе тащить все это. У нее трагедия с отцом, то, что сама закрыта. Она прям сидит, как будто вот-вот заплачет. Я все-таки еще раз хочу спросить по поводу фамилии. Это, ну что, это на полном серьезе, что ли? Да, я просто не хочу, чтобы заканчивался Хорошо, ваши род. Дети ваши, которые родятся, они чей род продолжат? Ну, можно же двойную фамилию взять. Скажите, а почему? Ну, вы не Федосеева Шукшина. Что за это самое? Что папа такого вашего... Нет, конечно, он ваш папа, родственник. Может, герой Советского Союза? Нет, ну просто ваш папа. Ну, понимаете, что нельзя поперек... Ну, поперек не правила, а традиции, вы же русский человек. Конечно. И во всем мире так. То есть вы, я правильно Даже поняла? Анджелина Джоли взяла фамилию Пит, понимаете? Я правильно поняла? Значит, вот как свекровь, я вас спрашиваю. Значит, вы что, брезгаете фамилию моего сыночки, нет. что ли? Нет, нет, а зачем мне нужна нет. через черточку? Хотите быть счастливой? Хотите начать жизнь с чистого листа, угу. да? Во-первых, перестаньте заморачиваться на всякие глупости. Это противоестественно. Мужчина же не кормит грудью. Ларис, а я не против, чтобы девушка А ваши, значит, вы не фамилию. Против, вам все равно, какие ваши? Будут дети с родителями нужно обсуждать, я не знаю, какого они мнения. Но у меня такая фамилия смешная, звонкая, что, возможно, будет лучше, если девушка... Какая? Головкин. А у вас? Волчкова. Волчкова. А некоторые мужчины, кстати, берут уже Волчкова, Головкин. Если они от тюрьмы или от налоговой инспекции скрываются. Или у них фамилия некрасивая. Да. Приятно, когда вот люди способны вот такие вообще какая-то сегодня, вот, да, собралась, мне кажется, теплая компания. Очень, героиня. Очень хорошая героиня. Да. Да. А вы продолжаете сидит перед вами Александр, который... Да. Она да. же это? Да. Мужчина, перед которым вы можете расслабиться, он на вас смотрит плодоядно, он уже нервничает, ногой сучит, просто хоть сейчас. Я даже понимаю, к кому он пойдет сегодня. Я объясню, почему. Я считаю, что каждый человек в этой жизни, несмотря ни на что, должен к чему-то стремиться. Должна быть цель. Нельзя так... Что значит диета? В первую очередь, скорее всего, это правильное питание. Когда человек прикладывает усилия над собой, когда он борется,
вот эта вот внутренняя сила, это непередаваемое ощущение. Когда а непередаваемое ощущение, своей... когда вы влюбитесь, лишнее все само уйдет, сойдет, поэтому... Дело в том, что Ольге как раз сложно влюбиться, Венера в знаке Девы, а Дева это знак, которым управляет Меркурий, то есть она все пропускает через голову. И чувства... Она точно так же, она рассчитывает, просчитывает, на составляющие разные расчленяет. А почему, а практично, а как дальше, а что будет? А вот если не понравились, еще Солнце, Луна в знаке Весов, это эстетический знак. Скорее всего, вы сами себе, может быть, не нравитесь, именно этого стесняетесь. Нет, я бы не сказала. У меня каких-то комплексов по поводу полноты или еще что-то такого нет. Мне кажется, у вас комплексы и проблемы с загрузом. Вы сами себя загрузили так. Если бы мне сказали, что вам 40 лет, я бы сказала, да, 40 лет. Вы выглядите старше по одной простой причине. Не то, что у вас морщины или что. У вас тоска в глазах, у вас такая печаль, у вас такие проблемы. Сбросьте с себя все, сбросьте. Все только пусть мама... решает свою судьбу. Мама не старая, судя по всему, а вы должны начать свою собственную жизнь, детка. Или подумайте, что это вам нужно для здоровья. Вот пусть это будет стимул ваш. То, в принципе, все равно нужно начать, и для здоровья это все равно полезно. И сюрприз теперь. Оля, я приношу свои соболезнования по поводу потери отца. И неважно, какой он был, плохой или хороший, должна ли мама была его выбирать. Это потеря близкого человека. Я понимаю, что вам сейчас очень, очень тяжело. Я... приношу свои хороший глубокие мальчик, соболезнования. Какой хороший спасибо мальчик. Большое. Мое счастье, Санечка, мой родной мальчик, любимый. Только не драться. Нет. Я очень хочу поддержать ее, потому что я вижу, как она переживает, как она дрожит, как она переживает трагедию. Все в твоих руках. Ты должна себя любить. Перестань переживать, у тебя очень красивая улыбка, ты очень спасибо шикарная большое девушка, и все у тебя спасибо будет хорошо. Спасибо большое. Забудь это все, оставь в прошлой жизни, сейчас на сцене, начни новый этап жизни, пожалуйста. Спасибо. Все в твоих руках. Спасибо большое, приятно очень. Так что проходите в новую жизнь. Ну не будем о грустном. Повидал немало на своем веку. Как можно быть в таком наряде и с такой песней, девочки? Ну, это фантазия, Оля. Это ее фантазия? Конечно. Только сердцу не прикажешь, сердце просит продолжения любви. И вечерний экипаж ее уносит на окраину Москвы. И там шальная императрица в объятиях юных кавалеров забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться, как будто разочарование не наступит новым днем. Гуляй, шальная императрица, и вся страна, которой правишь, ты берет с тебя пример. Легко влюбиться, императрица, когда так страстно бирюзовым взглядом смотрит офицер. Спасибо. Спасибо, дорогая. Забирайте подружек, цветочек и в свою комнату. Ну, смешно, когда девственница поет про шальную императрицу. Смешно. Это как маленькая девочка с накрашенными губами и в маминых туфлях. Такое ощущение, что она скоро взорвется, да? Вот так продолжится. Да, и потом как-то мне она не показалась очень закомплексованной. Она достаточно открыта и откровенно одета, короткое платье. Она гордится ножками, своей фигурой, своей грудью. Нет, что-то Оля прогоняет нам историю. Лариса, а вот у меня была ситуация такая с подругой, что она себе сделала операцию по восстановлению девственности. Несмотря ни на что, он не растерялся, он как-то не отстранился от тебя, наоборот. У вас есть еще один
У меня последний бонус, да? Скелет в шкафу, да. Хотите узнать? Да. Может, не стоит? Мне прям страшно, если честно. Ну, если есть такая возможность. Да, есть. А что это такое, Оль? Поясните, выйдите к нам. А может, окажется, что она не девственница? Нет, что вы думаете, я здесь девственность найду? Нет, я нашла колечко. Выйдя на крылечко. Алюня, это что за колечко? Да, дело в том, что как бы оно символизирует, это символ чистоты. Я считаю, что это то самое вот необыкновенное, когда люди входят в брак. Я считаю, что свадьба, это должно быть раз и навсегда. Первая брачная ночь будет первая для вас. Все, да. Понятно. Совершенно верно. Выбирайте колечко. Спасибо. Ваше. Ваше. Выбирайте. Так что до свадьбы ни-ни. Я вот так смотрю на свое кольцо. У нее такое маленькое с белым камушком. Это целомудренность. А у меня тогда символизирует, что это? Ой, Лариса, Лариса. Он очень сильно удивился, мне кажется. Он не ожидал. Некому вам обратиться, кроме нас, некому вам посоветовать. Кому пойдете, кто понравился? Даже не знаю, кого выбрать. Для меня вот, что девушка девственница, это не совсем приемлемо. Почему? Потому что я не знаю, что ее возможностей. Думаю, что мне больше всех подходит Первая Ольга. Первая Ольга, которая... Да. Тебе, мне кажется, нужен какой-то более такой... Мне нужен уже... состоявшийся человек, да. Понимаешь? Мне не нужен юноша. Он юноша, а он несмотря... юноша, да. Нет, я говорю про возраст, он может быть с такого возраста мой избранник. Но он реально легкий какой-то еще совсем. Mm-hmm. Ой, ну сегодня какая-то действительно очень интересная. Я как раз схуднула... Как говорится. А тебя назвали средней. Средней. Хорошо, что это. Хорошо, я пускай будет средней. Роза, простите, что я так. Да, перестань. А я считаю так. Ладно, ничего, я советовать не буду, как говорится. Пускай вообще весы решат этот вопрос. Девочки, выходите, я сейчас вас взвешивать буду. Так, встаем, девчата. Так. Я и буду взвешивать. Давайте туфли, можно потом сбросим. Давай, держись. Письмело. Вечером совершенно другой вес. Нужно утром взвешиваться. 80. Давай. Она худышка. Нет, это неправильно. У меня 96. 83. Ну чё? Ну, что? Хороший вес. У кого? Ну... Трудно сказать. Так, а давайте, девочки, вы уйдете в свои комнаты, а мы все-таки не телока на базаре покупаем по весу, да. Не мясо. Девчоночки, простите эту бабу Розу, из ума выжила за 6 лет. Проходите в свои комнаты. Ужас какой. Слушай, это прикольно. Вообще. Ну что? Вот Сань, я... ну ладно, но Роза, давайте не по весу будем. Правда же, смешно. Ну не мясо же покупаете. Давайте Олечку, красавица. Я просто последней возможностью воспользовался еще раз на всех троих девушек посмотреть. Ну и кто? Ольга. А по звездам? Ну я могу сказать только, что Ольга, да, она действительно астрологически вам может подойти. Она очень ярко выраженный телец. Марс Водолея. Ну, вообще, девушка настроена на парня, который очень хорошо зарабатывает. Но если у вас денег нет, то ловить нечего. В общем, слушайте себя, проходите, мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Мария, 33, преподаю английский. Ищу тебя, кареглазый брюнет с пронзительным взглядом. Обожаю готовить хачапури. Накормлю тебя душистыми, вкусными хачапури. Жду тебя, повелитель моей души. Как попробуешь хачапури, будешь мой навеки. Приходи. Мы не знаем, выйдет Александр один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. Сашечка, что произошло, боже мой, почему один? Вот так вот. Почему не вышло, Оль? Парень стоит и плачет, что случилось? Пускай не плачет, у него все будет прекрасно, но без меня. Не для него цветешь? Не мой мужчина. Сегодня у нас нет пары, очень жаль, но чтобы нам не было так грустно, для нас поет Сати Казанова и Арсениум.
сейчас часы-то с Роски снимет, дорогие. Мне предлагают в основном один секс в последнее время. Ей безумно нравилось мое накачанное тело. Я опять ударился головой, и на данный момент я получаю третье высшее образование. Ну, уже хочется как-то на свадьбе погулять. Ну, я за все, что берусь, я ничего не могу продолжить. У сороки заболи, у ворона заболи. Могу задрать мне майку и трогать пресс.